Улица главная, одна из важнейших дорог Самары, соединяющая Куйбышевский район с остальным городом. Здесь проходят сразу несколько маршрутов общественного транспорта, трафик плотный практически в любое время суток. Долгое время дорожное полотно не обновляли комплексно, но в текущем году было принято решение отремонтировать проезжую часть, включая мостовую, на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Покрытие было в неудовлетворительном состоянии. На нем присутствовали многочисленные выбоины, разрушения, швы, трещины. Данный дефект был устранен изначально, это фрезерование с созданием поперечно-продольного профиля дороги, с выравниванием, с резкой всех дефектов. И после этого производилась укладка. Дорогу по улице Главной обновили от перекрестка с Шоссейной до дома номер 1 по улице Князя Григория Засекина, включая мостовой переход через реку Самара. Использовали современные материалы – смесь ШМА-16, которая хорошо себя зарекомендовала на многих дорогах города. Объект полностью готов, и начался этап приемки работ. Ранее на участке отобрали керны, чтобы проверить качество смеси в лабораторных условиях. После специалисты приступили к оценке дороги в соответствии с заданными параметрами. Сейчас выполняется приемка с помощью трехметровой рейки «Кондор» на просадку и уклон при ливневке, колесом для измерения длины участка. Общая площадь участка составляет 16,5 тысяч квадратных метров и геодезическая линейка 50-метровая для определения ширины проезжей части. За качеством ремонта следят не только специалисты профильных организаций Департамента городского хозяйства и экологии, но и представители общественности, а также депутаты. Немаловажным является тот факт, что ремонт моста произошел своевременно. Придет 1 сентября, да, возвращение всех людей с отпусков, все будут направляться на работу, в школы и так далее. Поэтому обеспечение транспортной инфраструктуры задач выполнен подрядчик, на мой взгляд, на отлично. Во время приемки результаты показали. Отклонений нет. Объект после ремонта полностью соответствует ГОСТам. Качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры уделяет повышенное внимание и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К настоящему времени в Самаре из 42 объектов обновили 37, запланированных к ремонту во время дорожно-строительного сезона 2023 года. Большую поддержку муниципалитету оказывают средства, выделяемые по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.